Всем привет, дорогие друзья. Ну что, продолжаем играть Car for Sale. Машинки у нас на продаже. Открываем офис. И смотрим, что у нас здесь с обновлением. А обновилась у нас игрушка очень даже хорошо. Что у нас тут с банком? А, по счетам мы еще не платим. Нет, ничего не надо. Хорошо. Что же здесь, какое есть обновление? Мусор. Мусор я выношу сам, хотя можно, я так понимаю, кого-то нанять. Ага, а кого? Что здесь новенького? Тачка стоит. Могу ли я сесть в тачку? Нет. Не могу. Давайте посмотрим. Может быть... А, здесь можно что-нибудь добывать, наконец-таки. Металл. Ничего не вижу. Берем нашу кувалду. Ничего не происходит. Ну и где обновление? Что здесь обновились? Давайте посмотрим. Ну, поменялись колеса. Какие-то они стали металлические, что ли. Короче, здесь ничего нету обновления. Да. Ничего не обновилось. Батюшки свет. Странно. Очень странно. Что же здесь? Все-таки какое-то обновление есть, но пока я обновления никакого не вижу. Ага, покупатели пришли. Здрасте. Офигеть, у меня цена, конечно. 288 тысяч. Я покупал за 155. Давай торгуемся до 320. 5000. А ну-ка. Купит, нет? Нифига купила. У меня 1 300 000. Сейчас я этому еще продам. И повысим бабки, денежки. За 82. Торгуемся за 90. Продадим. 90 тысяч. Предлагаем. Купит, не купит. Есть. Почти 1 400 000. Ночь. Смотри, смогу ли я продать, если наступила ночь. А ну-ка, смотрим. Давай торгуемся за 200. За 210 тысяч. Он вдруг купит. На 20-ку я ему. Все лишь поднял. Да, купил. Поехали. Поехали домой. У меня на сегодняшний момент 1,5 миллиона рублей. Хотел сказать доллар. Ну нет. Сейчас. А где мой дом? Не, я, наверное, все-таки поеду в контейнер. Что мне так легче найти этот контейнер, чем мне искать там дом, где он находится. Фиг его знает. Отправляемся спать. Сейчас будем разбираться, что здесь обновили, что не обновили. Ну, как мне сесть? Ой, господи, как садиться-то? Тоже все забыл. Едем назад. О, блин, как я врезался. Я хоть в том направлении еду? Я не сильно помню. Наверное, в этом направлении все правильно. Оба! Блин, ну я случайно. Что-то затормозило все. Тачка наша ударилась. Что у нас здесь интересного? Давай посмотрим. Так, глушим сразу движок. У нас здесь... Скоро-скоро. А что, обновления не было, что ли? Алло! Где настройки? Аудио. Общая громкость. Громкость музыки. Сохранить. Сохранилось? 0.18. То есть обновление было. Скоро-скоро. Да где? Так, бухать мы не будем. Играть тоже не будем, потому что пока у нас деньги есть.
Я их могу просадить очень легко. Потому что Куплинов играл уже. И он там все продумал. Поэтому не будем так рисковать. Давайте немножко сократим путь. Не хочу я ехать туда. Тихо, аккуратно. Пока непонятно, где мне этого работника взять. Ага, офис загрязнен, офис у нас открыт. А, у вас есть неоплаченные счета. Опять я врезался, да? А давай мы эту тачку продадим уже, она уже сбитая какая-то вся. Купим мы другую тачку. Планшет. Веб-страница. Автомобиль на продажу. Не продается. За 66 тысяч я ее купил. А, вставляем на продажу. Все. Она у нас, кстати, включенная до сих пор. А, давай мы ее помоем, почему нет? Мне еще нужно опыт набирать. Ага, автомобиль вымыт. Замечательно. А вот и покупатель первый. Офис загрязнен. У вас есть неоплаченные счета. Еще счета сейчас надо будет оплатить. Офигеть, там столько, такая цена будет. 110, прикинь. Торгуемся за 133 тысячи. А ну, купить нет? Давай, давай, покупай, покупай. Покупай. Дебил. Иди нафиг. А, сейчас она купит за 133 тысячи. Наверное, а может нет? Сейчас посмотрим. А, нет, торговаться. 133. А, почему миллион я поставил? Я за миллион явно не купит. А, давай торгнемся, посмотрим. Не нахер. Давай этому продадим, сколько он хотел, и все. Давай бегом. 110. Ну давай, продаем. Иди нафиг. Отдыхай. За 110. Я даже торговаться не буду. Ну, продал, да продал. Офис загрязнен. У нас ничего не. А, неоплаченные счета. Давай посмотрим. Давай сразу поедем на район. На районе купим тачку. Какой-нибудь подарок. О, вот это, смотри, дорогая машина, мне кажется. Выглядит она очень даже презентабельно. Ух ты. Цена только какая, интересно. О, нормально. Торгуемся за 60 тысяч ровно. За 55 тысяч купим. Угу, за 55. Давай. Неадекватно. Давай тогда, ладно. Изменим цену. Сколько он там хочет? 60? 66. Блин, на десятку всего лишь я могу сбавить. Да, вы сделали совершенно правильный выбор. А, давай посмотрим, что у нас тут. Так, веб-страница. Счета какие у нас пришли. Офигеть, 123 тысячи надо оплатить. Ну, короче, что-то на то и вышло. Просто-напросто. То на то и вышло. 1,5 миллиона, как у меня было, так у меня 1,5 миллиона сейчас и осталось. Ладно, будем сокращать дорогу. Ох, ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что произошло? Я не вижу, куда ехать. Смотри. Я в правильном направлении еду или нет? Блин, давай выйдем из тачки и опять зайдем. О, вид теперь нормальный. Пока я не понял, в чем тут обновление. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии. А где работник? Так, давай глушим ее нафиг. А, сразу мы ее выставляем на продажу. Я не понимаю, где работник-то? Так, продается. За 66 купил. За вот такую цену мы ее продали. Включайся. А что у меня там в банке? Я же еще этот кредит брал когда-то. Да, странно. Декорации. А, может быть, здесь где-нибудь есть работник? Нет? Я не понимаю. А что тогда они? Что они тогда обновляли здесь? Непонятно. Мусор как был, так он и остался. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас посмотрим
А, в опыте что-нибудь. Сейчас мы заработаем сначала этот опыт. Фига, вот моет быстро. Все, автомобиль вымыт. А, это что такое у нас? А, вот, смотри. Автомобильная стирка сотрудников. Сотрудник начинает мыть ваши автомобили. Вы должны припарковать свою машину, выйти из машины, чтобы разблокировать навык вам. Нанять работников. Стоимость 2. Они будут мне сами машины мыть, я буду получать автоматический опыт. Дальше. Более быстрый сотрудник. Ходит быстрее. Моет машину быстрее. Так. Короче. Мне нужно очки навыка добрать. Блин, нифига себе, прикольная штука. Это что такое? Цена топлива надо мне. Цена топлива мне это не обязательно нужно. А, в принципе, вот что у нас. Что у нас обновлено. Ну, я думаю, в следующем ролике мы будем это дело прокачивать. За 88 она хочет. А, не пошла бы ты, девочка, за 99 бы у меня купила бы. Давай. Не могли бы вы снизить, да что ты будешь делать? Давай 95 и все. 95 тысяч, и мы тебе продаем тачку. Покупай. Есть. Купила нам. Опять тут, смотри, мусор накидал. Да ё-моё, а где работник, который мусор выносит? Это и все обновление? Только с работником? Офигеть. Давайте помоем бесплатно. Ну, как-то так. Ребята, пишите в комментариях, что тут еще обновилось, потому что пока что это мало обновлено. Чего-то там почему-то.